Маска для волос. Отделим желток от белка. Добавлю какао, порошок. Затем горчичный порошок, одна ложка. Немножко сахара. Йогурта где-то 3 чайные ложки. Перемешаю тщательно. И добавлю эфирное масло лимона. После чего корицы тоже чуть-чуть. Все это тщательно перемешаю. Такой аромат! Очень вкусный аромат. Перчатки, конечно, перчатки. Разделяю прядки волос и накладываю на кожу головы маску. Да, вот таким вот образом, массирующими движениями. Аромат. Кстати говоря, наклонив голову вперед, гораздо быстрее и удобнее накладывать маску. И возьму пищевую пленку и замотаю волосы примерно на 2 часа. Сопровождается такой теплый эффект. Очень приятно. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, будет эффективно. Спустя 2 часа смываю вспениваю шампунь от Лерана и мою волосы. После чего вытираю полотенцем. И сушу естественным путем, без фена, взмахами. Волос быстро высушивается. И я надеюсь на чарующий эффект этой маски. Ах, густые волосы. Мечта каждый день.